Привет, Владислав Чернышов. Ты мне писал ВКонтакте и просил пиара. И также тебе спасибо за теплые слова в мой адрес. Подписывайтесь на канал GrazyKM TV. Возможно, вам понравятся эти ролики про всякие игры там и всякое такое. Короче, подписывайтесь, что-нибудь там пишите, комментируйте. Так далее. Вот я и пропиарил этот канал. Вся дополнительная информация под этим видео. Хочу отдельно передать привет Альберт Мидилайнс. Если ты смотришь это видео, я помню про ту тему, которую ты мне просил, чтобы я сделал обзор на твой канал. Я помню, поэтому в скором времени я сделаю обзор на твой канал. Хочу поговорить про короткометражку, которую я недавно снимал и которую еще буду продолжать снимать. Вот. И на прошлой неделе я снимал короткометражку. Ну, продолжение. Блин, забыл слова, которые я должен был говорить. Но не важно, ладно. Уже ничего не буду вырезать. Просто один человек не пришел тогда на съемки, и это было не очень хорошо. Просто человек взял и подвел меня. Вот ничего не сказал, не позвонил. Ну, возможно, у человека, наверное, свои интересы или как бы своя выгода, да, то есть он, значит, хочет с этого какую-то выгоду, либо не хочет меня просто обидеть, да, поэтому не пришел. И что-то я хотел сказать по поводу этой темы, по поводу выгоды и интересов. Но это не столь важно, просто, блядь, забыл сказать, что я хотел сказать. Ладно, я, чуваки, не буду это вырезать, просто я тут текст готовил, вот, просто она еще на GoPro камеру снимаю. Да, я хочу, правда, поговорить про короткометражку, о разборке в городе Далгупилс. Что-то хотел сказать, вылетело из головы. Вот, сейчас, подождите, вспомню. Это сказал. Ладно, короче, хочу сказать о том, что нужен сценарий для этого боевика. Но он у меня практически написан, вот. Осталось снять несколько сцен. Это в центре города, у меня дома, и потом в Первомайке, вот. В принципе, если с людьми у меня не получится, ну, снять съемки, или некоторые люди откажутся, то я что-нибудь придумаю, и просто короткометражка, ну, разборки в городе Далгупилс получится короткая, вот. И хочу сказать, что я очень хороший, ну, получил опыт, да, то есть хороший опыт получил. Я очень доволен, в первую очередь, результатами, которым я добился. Опять же, я хороший опыт приобрел, это сказал, да. Вот, что-то хотел сказать. Еще потерял мысль. Но я это не буду вырезать. Вот, вы, кто-то писал мне, чтобы я улыбался. А, вот, вспомнил. Помню, что я хотел сказать. Спасибо тем людям, которые приняли участие уже в короткометражке, да. И люди, которые еще будут принимать, да. То есть, в любом случае, я вас всех отблагодарю. И если короткометражка не будет длинная, ну, не будет больше 15 минут, просто мне на мой канал нельзя загружать ролики больше 15 минут, да. То есть, если короткометражка будет короткая, не больше 15 минут, то в титрах я обязательно напишу тех людей, которые даже не попадут в эту короткометражку о разборке в Далгупилс, да. И в любом случае я всех отблагодарю, ну, хотя бы словами, да, пусть это будет не бюджет, потому что этот фильм вообще не имеет никакого бюджета, то есть давайте это не фильм, а короткометражка, то есть не имеет никакого бюджета, то есть здесь вообще, можно сказать, я снимаю за копейки, то есть есть возможность, я снимаю, как бы нет возможности, я не снимаю, да, то есть, и несколько людей мне писали, когда будет, ну, это короткометражка, вот, разборки в Далгупилс, то примерно через, еще не знаю, там, недельки-две, может, через неделю, вот, но некоторые моменты, они не так быстро делаются, все-таки требуется время, да, то есть, и нужно все-таки, ну, подумать, как это сделать, как это отоснять. Но в целом я очень, ну, просто доволен результатами, которыми я добился. Мне лично не хватает это хромакея и помощнее железа. А так, я очень доволен.
Если вы так смотрите, значит, я решил такую паузу сделать. И все, что хотел, я сказал, в общем, в этом видео.